Здравия всем тем, кто меня услышит. Сегодня я хотел бы рассказать о духовном мире. Принято считать за реальность вот этот материальный мир. И с рождения каждый человек уверен в существовании этого материального мира, в существовании себя. Но для большинства людей остается тайной, загадкой существования духовного мира. Большинство людей не может к нему прикоснуться, почувствовать. Но мира два, и это действительность. Каждый из нас, находясь внимание в этом материальном мире, могут проникать своим вниманием также и в духовный мир. За каждым предметом, за каждым человеком, за каждым животным, насекомым, любым явлением природы находится тот или иной духовный объект. И наша задача – научиться познавать духовный мир и раскрыть его для своих детей.